Здравствуйте, в эфире новости, в студии Айгуль Кадрафикова. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Обменялись опытом. В Авлах прошла встреча общественных палат Татарстана и Башкортостана. Мы сюда приехали в рамках сотрудничества или заключенного договора между Республикой Башкортостаном и Татарстаном. Земельная комиссия проверила земли сельхозназначения. Есть ли нарушения? Весной 2019 года мы также с комиссией выезжали проверять объекты. Путешествие в творческий мир. Редакцию «Бавлы-Информ» посетили ученики второй школы. Нам показали, какие комнаты, где печатают газеты, где монтируют, где снимают это все. В Бавлах прошла встреча общественных палат Татарстана и Башкортостана на тему «Общественный контроль – элемент конструктивного участия гражданского общества в общественных публичных процессах». Подробности далее. Члены общественной палаты Башкортостана из городов Уфа, Октябрьский, Турмазы и городов Татарстана побывали в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Радость». Словам директора центра Зульфии Ганеевой, на сегодняшний день в центре проходит реабилитация 54 ребенка из городов Азнакаево, Альметьевска, Сарманово, Ютазы и Бавлов. Из них 34 ребенка проходят полустационарное лечение, а 20 – стационарное. В сопровождении Зульфии Ганеевой гости осмотрели и педагогические, и медицинские части центра. Например, побывали в сенсорной комнате, из-за студии, трудовой мастерской, учебной кухни, кабинете биоакустической коррекции, лечебно-физкультурном кабинете, бассейне, гидромассажной ванной комнате и других. Гости были впечатлены увиденным, по ходу экскурсии задавали интересующие их вопросы. К примеру, их интересовало питание детей, откуда поступает продукция, с какими заболеваниями детей принимают в центр. А с какими заболеваниями дети? Мы берем почти со всеми заболеваниями. Если есть какой-то отказ, да, со стороны там, медиков, да, что ребенок по какой-то причине, психиатрию стараемся не брать, то мы берем сопровождение с мамами. Вот у нас сложные детки бывают с мамами. Сахарный диабет вот сложно, да, без сопровождения оставлять. Вот именно таких детей. А вообще мы стараемся взять всех. В актовом зале реабилитационного центра «Радость» гостей уже ждал руководитель спортивно-реабилитационного центра «Я смогу» Марат Ильясов. Он рассказал о деятельности своего центра, о том, как воплотил в реальность свою мечту и стал помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, как придумывал авторские тренажеры. Нужно не унывать, действовать и работать. И вот этот фильм был, только что, который мы смотрели, он был снят в 2017 году. Тогда вот центр, да, была такая... Наверное, только мечта оказалась. Мы сюда приехали в рамках сотрудничества или заключенного договора между Республикой Башкортостаном и Татарстаном. Сегодня это соглашение конкретно наполняется делами. Значит, вот сегодня, значит, мы приехали в город, ваш любимый город. И для нас он действительно становится тоже любимым. И если сегодня сравнить, что было вчера и сегодня, это, наверное, небо и земля. Это ухоженные дома, это... Значит, вот даже тот реабилитационный центр, который мы сегодня посещали, мы были действительно в восторге. Гостям показали памятник поэту Фанису Яруллину. Гости возложили к нему цветы и сделали общую фотографию на память. Не осталось без их внимания и обновленная городская площадь Октября. Айгуль Хусаинова, Артем Артемьев, Арель Незамов, БРТ. Встреча двух общественных палат продолжилась в зале заседания администрации. Подробности в нашем следующем материале. Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, подписанного в апреле текущего года. К слову, в этом документе прописаны конкретные формы взаимодействия, а именно установление деловых контактов между советами и постоянными комиссиями, обмен опытом, в том числе решение проблем и проведение совместных акций, способных изменить жизнь общества к лучшему. Решение всех вопросов осуществляется с помощью открытого обсуждения социальных и экономических проблем, а также вовлечения самих граждан в развитие своего района. Как отметил в своем выступлении глава района Рамиль Гатиатуллин, именно это позволяет решать проблемы продуктивно, то есть ничего не должно делать без обращения, участия и мнения людей, и обратная связь крайне важна. Общественный контроль в районе осуществляется в следующих формах: общественный мониторинг, обсуждение, публичные слушания. Общественный мониторинг проводится публично и открыто в информационной телекоммуникационной сети интернет. Регулярно на нашем официальном сайте и социальных сетях района проводится мониторинг и социологические исследования в форме различного вида анкетирования.
В свою очередь, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина рассказала, как осуществляется деятельность общественных советов в их районах, а также о планах на будущее. Она отметила, что сделано немало, но предстоит еще масштабная и системная работа. И как для членов общественной палаты. У нас будут новые гранты. Я знаю, что все состояние это тоже есть. У нас есть субсидии по линии Министерства труда. Это 40 миллионов. И в этом году, в июле, у нас был параллель с конкурсом фонда президентских грантов, запущен конкурс. Еще 50 миллионов на развитие гражданского общества. В общей сложности сейчас республика на поддержку некоммерческого сектора только по линии вот одно развитие гражданского общества направляет 90 миллионов. Еще есть фонд по языкам и совершенно разные по линии министерства ведомства различные гранты. В свою очередь член Общественной палаты Татарстана Артур Мустаев рассказал о принципах действия общественного контроля, сделав акцент на том, что благодаря общественным советам удалось добиться решения практически во всех сферах жизни. В рамках круглого стола были вручены денежные сертификаты Общественной палаты Республики Татарстан активным общественным организациям, а также благодарственные письма Общественной палаты Республики Татарстан представителям общественных советов муниципальных образований Татарстана, общественным организациям, а также представителям закрытого акционерного общества «Алойл» и Бавлинского филиала общества «Татнефть АЗС-Нефть» за вклад в развитие институтов гражданского общества Республики. Айгуль Габдрафикова, Артем Артемьев, БРТ. На днях специальная земельная комиссия, в состав которой входят представители управления Минэкологии, Палаты земельно-имущественных отношений, учреждения и организации нефтяной отрасли, проверили земли сельхозназначения с целью выявления нарушений. Далее подробности. Такая комиссионная проверка проводится два раза в год. Первый раз она была проведена еще в апреле. На этот раз наша съемочная группа вместе с комиссией побывала на полях общества «Берлек». Вопросы у нас есть и по транснефти, вопросы есть и по нефтяникам, но они не такие серьезные. Особых каких-то больших разливов нефтепродуктов на территории Бавлинского муниципального района в этом году у нас не было замечено. Экологи об этом тоже могут сказать. Но есть замечания, которые нужно устранять. Комиссия выявляет такие нарушения, как смешивание почвы при замене трубопровода, выезд грузовой техники на поля сельхозназначения, заросшие сорняком столбы линии электропередач и прилегающей территории. По словам руководителя Палаты земельных и имущественных отношений района Алины Михайловой, весной этого года были обнаружены нарушения на объектах транснефти. Были обнаружены нарушения перемешивания почвы с глиной. Вот сейчас по повторному выезду мы видим, что уже глины нету, завезли чернозем и полностью рекультивированы уже земельные участки сельхоз. В течение 2019 года были устранены замечания по рекультивации, были выполнены работы по рекультивации технически-биологически завезенного 80 машин чернозема, проведена биологическая рекультивация, посев трав. Замечания все устранены в течение этого года. В этот раз крупных нарушений выявлено не было. Небольшие замечания были сделаны таким предприятием, как сетевая компания, Бавлинские электрические сети и объектом ТАТ-телекома. Чтобы устранить нарушения, им необходимо скосить сорняки у столбов линий электропередач. Айгуль Хусаинова, Айгуль Габдрафикова, Артем Артемьев, БРТ. Свой 90-летний юбилей отметил труженик тыла и ветеран труда Искандар Заляев. Подробности в нашем следующем сюжете. Трудно поверить, что этому человеку с живым огоньком в глазах исполнилось 90 лет. Несмотря на возрастные болезни, Искандар Хальфеевич до сих пор активно интересуется всеми последними новостями, произошедших в стране и мире. Много читает, в его комнате мы увидели много книг. Приходу гостей он был очень рад, с удовольствием отвечая на все вопросы. Поздравляем с вашим большим юбилеем. Живите долго, счастливо, не болейте. Пусть дни, проведенные в нашем доме-интернате, вас не огорчают. Будьте счастливы, и мы будем рады за вас. Поздравить его с таким славным юбилеем приехал заместитель главы Бавлинского района Ренат Хамидуллин, глава Крымсарайского сельского поселения Дамир Шакирзянов, а также сотрудники Крымсарайского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Они пожелали юбиляру как можно дольше продолжать свой длинный жизненный путь и оставаться всегда таким же веселым и оптимистичным, а также поблагодарили его за многолетний и добросовестный труд. Гости передали юбиляру персональное поздравление от президента страны Владимира Путина, памятные подарки и большой торт. Растроганный таким вниманием, Искандар Хальфеевич поблагодарил гостей за то, что помнят и чтят людей их поколения. На долю этого человека выпала непростая судьба, впрочем, как и для всех людей, кому пришлось жить и работать в годы Отечественной войны. Искандар Заляев родился 5 октября 1929 года в селе Сергапово. В трехлетнем возрасте потерял отца. Также на фронт ушел брат, с войны не вернулся.
В годы войны Искандар Хальфеевич работал разнорабочим в колхозе «Урал» Павлинского района. После войны получил среднеспециальное образование по специальности бухгалтер и проработал в должности бухгалтера в колхозе «Урал» до 1978 года. Общий трудовой стаж – почти 48 лет. Он имеет 4 детей, есть внуки. За плодотворный многолетний труд награжден юбилейными медалями. На сегодняшний день Искандар Хальфеевич проживает в доме престарелых инвалидов в селе Крым-Сарай. По его словам, после травмы ноги не захотел быть обузой для детей и сам принял решение жить в доме престарелых. Но одиноким себя не считает, общаясь со сверстниками и проводя время за чтением книг и просмотром телевизора. Несколько раз в год приезжают дети. Айгуль Габдрафикова, Артем Артемьев, БРТ. В редакции «Бавлы-Информ» всегда рады гостям, особенно если это школьники, ведь именно им присуща любознательность и неподдельный интерес к творческому процессу. На днях ознакомиться с работой нашей редакции пришли ученики 6 класса 2 школы. Ну вот с этого кабинета, ребята, начинается планирование работ всех. Только что у нас вот чуть-чуть мы вас заставили ждать, была планерка. На планерке мы обсуждаем, какие материалы будут на следующих номерах газеты нашей «Слава труду». И даем задание журналистам. Экскурсию для молодого поколения провел редактор телевидения и газеты «Слава труду» Сагит Ахмедзянов. Ребята побывали в кабинетах монтажа и записи эфира, а также смогли ознакомиться с процессом создания районной газеты. Большой интерес вызвала у ребят студия звукозаписи новостей. Каждый захотел посидеть на месте диктора. Ребятам рассказали о хитростях телевидения, как ведущему новостей удается без запинки и ошибок проговаривать текст, какой можно поставить новостной фон и как записывается закадровый текст для сюжетов. Телевидение, информационная передача новостей. Кабинет сборки новостей для многих ребят не был новинкой. Дети 21 века уже вовсю занимаются монтажом, не выходя из дома. Но ученикам было интересно, как делаются новости именно в Бавлинской редакции. К слову, в этот момент инженер монтажа и журналист как раз готовили к выходу очередной новостной сюжет. Сюжет уже мы сделали, получается. Сейчас вот мы ставим титры. Мне интересно было ребятам в кабинете, где выпускается газета. Им подробно рассказали, как проходит ее верстка, сколько лет выпускается и как называлась районка в предыдущие годы. Ознакомили со спецификой работы журналиста. Вот сегодняшняя газета. Вот рекламная полоса. Ну, мне понравилось, как снимают на телепередаче. Еще как монтируют сами видео, как печатают газеты. Мне понравилось, ну, как монтируют. Мы побывали во всех комнатах, нам показали, ну, какие комнаты, где печатают газеты, где монтируют, где снимают это все. Но мне больше всего понравилась комната монтажа, ну, потому что я сам тоже монтирую, мне нравится монтировать. Айгуль Габдрафикова, Артем Артемьев, БРТ. Работники управления по благоустройству и озеленению города Бавлы обновляют разметки на пешеходных переходах. На сегодняшний день их в нашем городе насчитывается около 100 штук. Подробности далее. По данным мастера управления по благоустройству и озеленению города Бавлы, уже успели обновить более 80 пешеходных переходов. Всего обновлением пешеходных переходов на данный момент занимаются 2 человека и 1 единица техники. В процессе нанесения разметки рабочие ненадолго перекрывают дорожные полосы. В связи с этим они просят отнестись с пониманием к этому процессу всех участников дорожного движения. В рамках реализации мероприятия по подготовке и проведению празднования столетия образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики в библиотеке семейного чтения для старшеклассников было проведено информационно-познавательное мероприятие. На нем побывала и наша съемочная группа. В ходе беседы школьники пополнили свои знания об основных исторических этапах Татарстана, символах республики. Также школьники активно отвечали на вопросы. По словам заведующей библиотекой семейного чтения Зои Дегтяревой, такие мероприятия необходимы для воспитания подрастающего поколения. Мы проводили мероприятия с такими категориями детей, как младшие классы. С ними мы проводим виртуальные путешествия, то есть экскурсии с помощью электронных презентаций. С юношеством мы проводим информационно-познавательные часы, квест-игры. На будущий год у нас запланировано мероприятие с такими категориями читателей.
это будут взрослые. Туда у нас входит молодежь от 30 до и выше, и мы стараемся пригласить молодые семьи, чтобы они тоже были в курсе этих событий. Ребятам рассказали об истории нашей республики, культуре, традициях, а также о том, как развивается Татарстан в настоящее время. Целью таких мероприятий является развитие познавательного интереса и патриотических чувств к своей родине. На этом эфир Бавлинского телевидения подошел к концу. Следующий выпуск новостей смотрите в пятницу, 18 октября. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Среда, 16 октября, будет пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь. Температура днем плюс 6 градусов, ночью плюс 2 градуса. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Четверг также пасмурно, пройдет дождь. Температура днем составит плюс 5 градусов, ночью минус 2 градуса. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. С 14 октября Татарстан полностью перейдет с аналогового на цифровое эфирное телевещание. После подключения к цифре для телезрителей в новом высоком качестве будут доступны 20 бесплатных федеральных телеканалов. А вот вещание местных телеканалов может отключиться. Это коснется тех татарстанцев, телевизоры которых подключены к индивидуальным антеннам, либо антеннам коллективного приема. Зрителей, которые смотрели региональные телеканалы через сети спутникового или кабельного вещания, переход на новый формат не коснется. У них сохранится возможность смотреть и федеральные, и местные каналы без всякой перенастройки своего телевизора на привычных кнопках. Для того, чтобы избежать проблем с просмотром любимых каналов, специалисты советуют уже сейчас, пока есть время, подключаться к ним в пакетах спутникового или кабельного телевидения. Что такое ВИЧ? ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. ВИЧ, если вы заразились медленно, год за годом, убивает ваш иммунитет. Вы ничего не чувствуете, пока в один прекрасный день ваш организм не сможет справиться с обычной простудой. Это называется СПИДом или синдром приобретенного иммунодефицита человека. Если боль за грудиной не проходит в течение 5 минут покоя, звоните 03 или 112. Это может быть инфаркт миокарда. Сохраните свою жизнь. Минздрав Республики Татарстан. Знакомьтесь, экзотические животные в нашем городе. Только в зоолунопарке вас ждут амурские белые тигры, львы, леопарды, пумы, медведи, рыси и другие животные и птицы. Окно в мир дикой природы в Баблах на территории автовокзала с 10 до 18 часов, без обеда и выходных. Мы работаем до 20 октября. Требуются мотористы ЦА-320, СМН-20, УСО. 8-987-286-5607. Требуется продавец в магазин разливных напитков «Пивзавод». Возможно, без опыта. Заработная плата до 25 тысяч рублей. График 7/7. Обращаться по телефону 8-965-610-1460. Знакомьтесь, экзотические животные в нашем городе. Только в зоолунопарке вас ждут амурские белые тигры, львы, леопарды, пумы, медведи, рыси и другие животные и птицы. Окно в мир дикой природы в Баблах на территории автовокзала с 10 до 18 часов, без обеда и выходных. Мы работаем до 20 октября. Требуются мотористы ЦА-320, СМН-20, УСО. 8-987-286-5607.
Требуется продавец в магазин разливных напитков «Пивзавод». Возможно, без опыта. Заработная плата до 25 тысяч рублей. График 7/7. Обращаться по телефону 8-965-610-1460. Сәмсіз эфирді құтлаулар тапшыруы. Бүгін біздің ғойлебізді зұр бейрен деп бошлана бізге келіп ерешкен қуат юллары. Біздің қадырлібіз хам йоқын ғазиз кішілеріміз. Мұғинов Наил Фаил ұлының 15 октябр күнні 50 еші, Әмұғинова Ойсулу Альберт қызының 8 октябр күнні 45 ешлік мотор күркен юбилейлары. Қадырлі кішілеріміз, сізні юбилейларығыз білен құтлап, еңізге мотор тілекләрібізні юллыйбыз, күшлі рухлы кішілікли, юмарт хам ярдәмшел сәләмәт булыгыз. Урнак итеп сөйли һәр кем сезне, суынмасын йөрәк җылыгыз, күзләр белән бергә килеп җиткән куанычлы юбилейыгыз. Җан рәхәте бирсен Ходай сезгә, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак юллар, кунак булып җирдә йөрергә. Гомер юлын бергә башлагансыз, ахыргача бергә үтегез, саф хисләрне саклап тигезлектә гомер йомгакларын сүтегез. Иң изге теләкләр белән әти-әниләрегез Мәгдәнисә, Альберт, Миннанур һәм әлеге теләкләргә барлык туганнарыгыз да кушыла дигән иде хат юлларында. Хөрмәтле юбилярлар, без дә сезнең якыннарыгызның изге теләкләренә чын күңелдән кушылабыз. Юбилейларыгыз котлы булсын. Yeah.
Құрметлі достылар, бүгінгі құтлаулар тапшыруы шуның білен тамам. Құтлауларығызны, бейрем тәбіркілеулерігізні болу телевинесіне кетіріп берірге мүмкен. Бізнің адрес Пионер орамы 9-ші үйірт. Білішмелер үшін телефон 564-50-543-43. Әмін сізнің білен сол болашам. Бейремлеріңіз көңілі әм матыр болғытсын. Миңа нәрсә болғандыр, шайырмай күлмейм идем, дүнияның матурлығын көрмәдім. Бәрні дә қызып түгел, юқтан да түшә күңел, нигә шулай икәнен, мин білмей идем. Син минем яғымда, бар дүния күлә әзір, мин бүтін дүнияның. Құшарға әзір Сен менім яныңда Бар дәрсе тәмірі қазір Тауларыны көшерге Мен енді әзір Син минем яныңда, бар дүния күлә әзір, мин бүтін дүнияның қошарға әзір. Син минем яныңда, бар дәрсе тәмірі қазір, тауларыны көшерге, мен енді әзір. Шағында Син менім яғымда Бар дүния күлі әзір Мен бүтін дүнияның Құшарға әзір Син менім яғымда Бар дүмсе тәмірі қазір Тауларыны көшерге Мен енді әзір Син менім яғымда Әзір тауларыны көшерге Менің әзір Мен бүтін дүнияны Құшарға әзір Әзір